И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Forever, OLTV, Водочка, Кирилл Геймер, Лава Крипер, Гусенек, Фрэнка. Пацаны, поздоровайтесь! Привет! Привет! Всем привет! Всем привет! Ребята, сегодня у нас очень классная карта. Это скоростной поезд, который летит по рельсам, и пацаны будут защищать бомбу, которая находится в конце поезда. Если хотите кушать, приятного аппетита! А у нас сегодня взрывы, поезда и мочилово. Погнали. Ну что, пацаны, моя цель сегодня подорвать весь поезд вместе с вами. Вы должны это предотвратить. Ты понимаешь, что у тебя не получится? Зря ты это говоришь, потому что в этом поезде есть очень классные нычки. Блин, успели. Видите, спалили они, что я в него вселился. Да ё-моё, ё-калэ-вэ-дэ-калэ, вы психи. Так, хорошо, давайте попробуем на дурачка быстро пробежать. Давай. Ой, а если я его под... А, я сразу умираю, потому что я не могу вылететь. У меня аж есть тактика, ребятушки. Ай, блин, они на крыше, они увидели. Ё-моё. Вы догадались, да, что я могу по крыше пройти? Да. Ай. Так, главное, мне сейчас кого-то вселиться, чтобы я стал большим. Только тогда я буду иметь власть и мощь над ними всеми. Да откуда ты берешься, жоподлоукс? А ну убери. Да ё-моё! Дробовика где-то не слышишь? Не, я попаду. Он посыпал. Между этим сиденьем между. Заразы! Я стал большим! Вот и все! Вот и все! Так, ребята, вы знаете, что если я вселяюсь в человека, я потом стою бессмертным. Давайте мы станем смертными, чтобы у пацанов больше шансов было меня победить. Па-па-па! Опачки! Ну что вы! Мочите меня! Бомбе! Наоборот, они сам не стоят. Ай! Тихо. Он на сверху. Димон, выходи. Он внутри. Опа, блин, жизни тратится быстро! Чего? Жизни тратится очень быстро. Нет! Да что вот? Ребята, ну они читеры, понимаете? Ну как с ними играть? Как? Бейте меня, мне легко, бейте. Есть! Ребята, я буду в этой серии мгновенно вставать большим, потому что шансов очень мало у меня, потому что они очень хорошо играют. И при этом карта узкая. На крыше. Так, давайте посмотрим, кто там защищает бомбу. Так, у нас тут кто? А, Кирилл Геймер и Гусанёк. Хорошо. О, я придумал, как мне это сделать. Я придумал. Отлично. Отлично. Быстро. Он купе. Где этот лошпедь? А как ты бомбу взорвешь? Да, кстати. Тихо! Пацаны, револьвер! Есть, ребята! Смотрите, что там произошло! Просто мега-взрыв! У меня получилось! У меня получилось! Дим, Ты бы, у тебя не получилось бы, если бы у нас, конечно, были самые умные люди на свете. Блин, это круто. Так, давайте я теперь оставлю больше бомбы. Ребята, с каждым раундом будет бомба увеличиваться. Так, давайте, вот эта бомба, я вам скажу, она намного поярче. Все, давайте, лечу на начало поезда, начнем опять сначала. Блин, эта карта, она мне очень нравится. Ребята, напишите в комментариях, нравится вам такая карта или нет. Какие еще рубрики можно на ней снять, чтобы было весело. Поехали дальше. Хорошо. Это вот так ты вообще просто в мясо меня растер? Да ё-моё, они стоят на спауне и мочат меня. Представляете, какие честные люди. Билет нави, тебе нужен, Кирилл. Стоп, я опять стал большим. Опа! Опа-па! Ой-ой-ой, тут все горит, ребята. Вот это у нас психи сегодня. Поезд горит, да, пацаны? Я в хвост. Попка горит. О, а что ты на другом поезде делаешь? Классно, что уже по поездам путешествовать. А я не могу внутрь этого поезда никак залезть.
А я не могу прыгать, я не могу, блин, на нем делать прыжки. Ой, давайте как сделаем, как в тот раз. Сейчас мы тихонечко здесь появимся. Уходите. Он в вагоне. В вагоне, да, у него бомба. Я тут, короче, бомба. Путешествую в одном маленьком вагончике. Я увидел. Не стреляйте ни в коем случае. Если он бомбы. Бадим. Вас, он нас бадит. А это край? А, это еще не край поезда, ё-моё, я не в том купе появился. Короче, пофиг, дайте его просто. А, Он у нас, за бомбы, прием, за бомбы. Я бомбу активировал. Да не ори, слышу. Так, ребятушки, смотрите, какая у меня тактика. Теперь я здесь стою и всех хаваю. Ах ты, Дима, плохо. Блин, классно на этом поезде воевать. Я как помню, между нами и Димой война. Ребята, не забываем подписываться на канал, ставить лайкосик, написать какой-то креативный комментарий. И залетайте в наш Дискорд, пообщаемся. Как так, я выпал? Он в последнем вагоне, Я же, надеюсь, вы не кинете туда, не знаю, гранату, не постреляете. Я так и на это и надеюсь, что вы это сделаете, понимаете? Нет. Он в последнем купе, Ребята, надо его вон провоцировать. Его. Вон. Ха-ха-ха-ха, блин, классно. Беги, быстрее, Так, пошел. А в купе сидит. Вы должны сейчас проявить какую-то смекалку, интеллект, что ли. Нашего нет. Интеллект. Ага, проявили. А чего вы не стреляете, пацаны? Ну, зачем? Давай, стреляй. Нет. IQ 200. Не-не-не, я не буду стрелять. Да ты еще IQ. Я выключил столкновение у бомбы, чтобы можно было за нее встать. Обойдешься, не. Отойди Forever, я его монтировочкой. Конечно. Ё-моё. Кирилл, уходи. Ребята, надо его провоцировать. Хорошо. Как его? Давай. Иди. Не, не стреляй, Кирилл. Я не знаю, попаду я в него или нет. Нет, не попадешь. Нет. Стреляй, давай! Вот нет. Стреляйте. Ееее! Классно! Молодец. Смотрите на это мегазрыв, потому что бомба была настолько большая, что уже радиация просто лупит за много сотен метров. А что только здесь ее нету. Вот это жесть! Ребята, сейчас будет еще больше бомба, понимаете? Сейчас будет еще сложнее. Ребята, смотрите, я сейчас бомбу поставлю еще дальше в поезде. Прямо вот здесь вот. Сейчас, чтобы она не взорвалась, я ее вот так реально поставлю. Ты понимаешь? Блин, она не влазит, она толстая очень. О, во-во-во-во-во. Все, бомба стоит. Не знаю, как это все будет происходить в реальности, но мы попробуем. Но бомба нереально мощная, мега мощная. Так, давайте мы сейчас зашкеримся. Я начну аж с самого-самого начала поезда. Чуть ли не оператор поездов. Так, он ну машинист. Что? Я машинист, да, пацаны? Погнали. Все, машинист. Нет, чужой. Так где ты там машинист? Давай, открывай дверь. Где-то видели. Машинист чужой. Открывай дверь. Это полиция. Он заходи. Меня. Я стану большим. Давай. Ты мне дашь шанс большим стать. Давай. Не заходи. Молодец. Да ё-моё, травлейшн. Все, не знаем, какое оружие сейчас взять. Тихо, стоять, хедкраб. А, какой да. Хедкраб, я чужой. Хедкраб. Чужой хедкраб. Блин, вы меня убили, представляете, я не смог. Я не смог встать. Я успел умереть. Ай. Так, давайте сейчас проявим такую тактику, где я буду ныкаться. А, ну не получилось, потому что они все тут стоят. Опять не успел. Приехали, называется. О, высунул. Спасибо. Кого он? Или он дальше прошел? Да, я впереди. Я иду до бомбы, ребята! До бомбы все! Так, отлично, я уже рядышком, я уже ближе. Вышли. А, стоп, как он взорвет ее, поэтому? Ладно, кстати, да, зачем? Ай, блин, я был сзади, вас обманул! Увидели меня, что я был сзади. Так откуда ты? А, вот так вы со мной, хорошо. Не толпитесь в поезде. Да. Он где-то тут, сзади нас. Он сзади. Слушайте. Слушай. Это ты сбили? Ну чё, стреляйте по мне. А, у него бомба. Стреляй! Ну привет.
лава, уйди. Ай, я упал с поезда, ну блин! Ребята, я такой бывает, когда с поезда падаю. Это Дим, я тебя взглядом манипулирую. Там нафиг мне твои взгляды, вонючие. Ой, ой-ой-ой. Дима не выдержал. Ай-яй-яй, воздух! Ты чё так хорошо стреляешь? Да ё-моё, ну никаких шансов нету. Они подлобались, ребята, в этой карте уже играть. Франко, беги. Блин. Всё, я стал большим. А блин. Вот сейчас, ребята, будет самое эпичное, потому что бомбы реально будет мне тяжело взорвать. Но я попытаюсь. Бомбы все. Ну вас нафиг, я чуть не проиграл, у меня жизни, ой, 100 хп осталось. Он сейчас к бомбе пойдет 100%. Так, где, а вот гусанек здесь стоит, я вижу его. Ну зачем гусанек? Не оскорбляйте гусанька. Он вагонник. Я его лучше... А вы бомбу взорвали! Ака, подожди, Ака, кто это сделал? Кто-то взорвал ее. Я сейчас ставлю, ребята, 3 штуки, раз. Два и три. Капец. Кирилл, а что ты спавнишь? Все, 3 бомбы есть. Теперь начинаем с самого нуля. А, понял. О, я сейчас, короче, буду начинать с такого места. Есть вот у нас каюты такие, я буду в маленькой каютке сидеть тут. Ах ты, Ди, а я понял, где я буду сидеть. Короче, просто понял, бомбы кидать потом все. А я ты задал, иди, Санёк, ты решаешь. Да ё-моё. Да ну, Сара! Мойди залезть туда. Еще надо войти, давай, как в прятки. Не открывай дверь. А я там сижу, он меня увидел. Ребята, он сюда пали, где я нахожусь. Давай. Ты говно! Кинул мне гранату и текать. Хорошо, хорошо, вы мне дали зато больше шансов. А, вот так вот, значит. Ребята, я очень сильно разозлился. Я очень сильно разозлился. Вот и все. Вот и все. Мгновенно просто стал большим. Бежим все к бомбе. Так, а я теперь знаете, что хочу сделать? Я хочу их всех поесть. Потому что мне надо наесться для начала. А для того, чтобы мне их всех съесть, мне надо какое-то выбрать очень классное место. Франко, ешь, он аппетитный. Да, я знаю, что он вкусный. Во! Где я появлюсь? Потому что я кабанчик. Я его видел, я его вижу хвост. В предпоследнем вагоне, в предпоследнем вагоне. Я его хвост вижу. Откуда ты знаешь, что я там? А я твой хвост вижу. Хвост видно, хвост видно. О, привет! Да, в предпоследнем. Короче, ой, ой, ой. Блин, пойдите. Кемпер вонючий. Кемпер, это ты. Так, я уже ближе. Я продвинулся немножко ближе. Я упал с поезда! Ну блин, ну чужой! Ну чужой! Ну ё-моё! Вот это я быстро прям прыгнул в него! Вот это мгновенно превращение! А бомба где? Вот это лучше не использовать. Ладно, где бомба находится? Ладно, не буду. О, последний вагон. Фрэнка плюс я равно стоит. Саня, он спас. Мы в последнем вагоне, в последнем. Вы хвост, блин, видите мой, да чё хвост торчит за поезда? Хвостик. Такой миленький хвост. Кидайте, короче, ядовитые гранаты. Не надо, она взорвётся, она взорвётся. Тихо. Отходи. Ну что, ребята, давайте мы их активируем все. Ну всё, плохо. Куда я улетел? Класс! Так, надо их как-то побить, я не могу вообще... Реально никак не могу их активировать? Ну чё? О, ты её. Не стреляй. Сейчас, Тём. Он у бомбы. Не стреляйте в него. Так, я вижу невидимка, по крыше идёт! Да, она опять сама взорвалась. Да не может быть! Ребята, напишите в комментариях, кто в этой серии победил, чужой или обычные люди. Если понравилась эта серия, подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока!